Всем привет, друзья! Это Apple Watch Series 6. А это чудо Apple Watch Series 7. И смотрите, что у меня с ними произошло. Они ушли в яблоко. А между прочим, купил я их всего месяц назад. Многие знакомые делают выводы, якобы прошивка какая-то кривая на Series 7. Хрен его знает. Пишите вы в комментариях, что у вас с Series 7. Может быть, это общая какая-то проблема? Ну, без понятия. Но у меня все не так просто, как обычно. Это же версия целлюляр. И в России такие часы не примут по гарантии. Благо, есть друзья с Италии. Придется их везти туда. Тут же это Digital Crown, красная коронка, вон, видите? Ну, пипец. Они у меня, знаете, провалялись в выходные. Один раз включились. Я только что его с дуру зачем-то выключил. И вот теперь опять в яблоке. Сижу, жду, может загрузится. Ну, для того, чтобы сбросить все заводские настройки и попробовать загрузить. Ну, не хочу я их вести к макароникам, прям очень не хочу. Может, своими силами обойдусь. Но с Apple Watch проблема в следующем. В отличие от iPhone и iPad, их просто к MacBook не подключишь и принудительно там не обновишь прошивку. Поэтому, если что-то пошло не так, то только в сервис. Ну а все подробности вы узнаете по мере поступления информации. Вот так что пока лазю Series 6. И не переключайтесь. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Дальше будет интересней.